Красноярский край. Сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, потерпел крушение недалеко от аэропорта Игарки. На его борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. 10 человек, в том числе экипаж, погибли. 15 госпитализированы с различными травмами. 6 пострадавших накануне спецбортами МЧС доставили в краевую клиническую больницу. Там сейчас находится наш корреспондент Мария Терехина. Она на связи со студией. Маша, здравствуй. Скажи, пожалуйста, как оценивают врачи состояние пострадавших? Юлия, здравствуйте. Сейчас в краевой клинической больнице находится 9 человек. Первые пациенты начали поступать сюда в 17:00 утра. Это люди разного возраста, от 25 до 55 лет. Все они работники газоперерабатывающего комплекса. И, как говорят врачи, у них у всех имеются переломы ног, лопаток, позвонков. Двоих пациентов уже прооперировали. У них были сильные внутренние кровотечения. А еще двоих оперируют как раз в данный момент. У одного подозрение на разрыв внутренних органов, а у другого сложный перелом голени. Но, в принципе, из жизни тех пациентов, которые сейчас находится в нашей больнице, ничего не угрожает, говорят врачи. А буквально через полчаса в Красноярской Загарке доставят еще 6 пациентов. Вот их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще больше новой информации расскажем сегодня в новостях в 19:30. Не пропустите. Юля, на этом у меня все. Вам слово. Спасибо, Маша. В авиакомпании «Турухан», которой принадлежит вертолет, сейчас ведется проверка. Также следователи изъяли образцы керосина рухнувшего Ми-8 и возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. Сейчас важно самым экстренным образом оказать помощь пострадавшим, чтобы быстрее восстановить здоровье и при необходимости эвакуировать, думаю, в Красноярск у нас есть все для этого возможности медицинские, оказать помощь семьям погибших. Все это будет сделано.